Так, здорово, Арандыч. Так, все, сразу приложение по умолчанию поменялось. Спасибо тебе. Короче, ребят. А, у меня не пробинжено сейчас, да? Не пробинжен. Жаль, надо пробиндить, короче. Оп, смотрите, у нас какая ситуация. Оп, Блай против Виспа будет играть. Ну, кто такой Висп? Энигма, Хеллрейзер здесь с Джудикатором. Рейл, это Верди, я так понимаю. Вот, с Кином он бьется. Не знаю, какие там шансы у него. Ну, Кин даже на Европе, я думаю, расчехляет. Снизу касс идет. Ну, чё, к Блаю надо врываться, если успею, конечно. А где Блай-то? Нету Блая. Странно это все. Видимо, пофиксили эту проблему, то что с одного аккаунта можно зайти, с другого нет. Скайп не запущен был, сейчас запущу скайп. Попробую Блая там разыскать в скайпе в этом. Так, одного плюса не хватает здесь. Я вам скину. Так, ну Блай что-то все еще нет. Может, он вообще не играет?
Так, ну что, была я пытаюсь найти. Ребята, я там ссылку кидаю. Ссылку, там плюсик один нужен все еще. Так, здесь сетку пере... А, ну это закрою я там, а есть сетка с той стороны. Опа, касс играет. Ну, блая, нет, что-то кассу придется прыгнуть, походу. Вот. Какой-то французский мейджор и декус там, я не знаю. Касса. Дальше ДНС, между прочим, у кассы будет. Ну, здесь побудем. Глая что-то не видно. Спасибо, паразит АРК. Да, здесь 12 плюсонов есть. Спасибо большое всем, потому что с 10, помните, попадает на главную, а там уже все видят и смотрят. А я на секунду, я сейчас вернусь. Помою руки после того, как перекусывал. Не люблю маленько. Ну, то есть, когда рестримил, там не надо было мышку трогать. А так вот чувствуются руки немножечко. Жирная и не очень, как бы. Ну, один здесь, естественно, на этой стадии. Вот. Открыл просто, чтобы наблюдать за ним, как он будет себя вести, ребят. Ну и посмотрите, что Кас творит. Он просто прокси ставит здесь. Причем практически рядом с движением пробки, недалеко от Ксилнаги. Прокси-барак, второй газ. Это будет факторка здесь, естественно. Факторка здесь будет. И это марики с реактора плюс циклон. Либо циклоны с реактора плюс марики просто так. А Протос сам чизаренок еще тот. Пошел строить прокси-пилон. Да, не то Рипер на факту, ничего себе. Че за бред вообще? Рипер с фактой. Я думаю, реактор будет тогда уж. О, а здесь два роба, посмотрите. Врубил Соса Протс. Ну, Касс врубил просто чизаренка, он, в принципе, ему не надо никого врубать. Ну, Касс может и почистить, может и нормально сыграть. Но меня беспокоит то, что он риперов строит. Плюс факте, как бы, да, что там будет... Если Протс успеет хотя бы 3 Иммортла и Призму отстроить, он может просто победить Касса, потому что с Призмой он может отконтролить, развалить всю наглухо. Инженерка у Касса, Старпорт. Ну, Старпорт важно, надо Призму сбивать обязательно. Второй Рипер прилетающий, Циклон Вейт уже. На бараке реактор вынужден был перелетать, потому что не очень удобно сидел там, Касс. Два рипера на майн залетать. Здесь адепт есть, как вы видите. Все, циклончик заходит. Ну, Касс унижает здесь экономику, а Протс, оу, здесь первый Иммортл ждет еще двух. Да не, это ГГ, ребят. К сожалению, даже тремя Иммортлами здесь все не расконтролишь. Потому что там Викинг, Призма будет бита, рабочие выйдут, их окружат, этих Иммортлов, и все.
Даже не знаю, что Каз так боится сильно, если можно зайти, уже давно было бы. ТСМами, да вот действительно, окружить ты их, что ты тупорезишь-то? Иммортал вообще, он против рабочих, так себе. Вот кого окружать-то надо, а не адепта, блин. Каз адепта окружает, вот дает. Дома просто там убивает, циклон чуть стоит. Ну, три иммортала, ребят, это опасно, ну. Вот либератор, если достроится, то, как вы понимаете, по воздуху нечем будет стрелять просто тогда. Он и морду законтрить неплохо. КСМ-ок минуснул всех. Проц. Куда-то пошел, куда он пошел-то? А, он пошел боится элиминейта, что ли? Да, двумя иммортлами вниз, Каз здесь продолжает мид строить. Каз опасная играет игры. Сейчас иммортлы здесь объяснят, что не надо так делать вообще. Уехал Каз назад, здесь призма висит. Вижен не достает, видимо, не захватить. Надо ее захватить просто и уничтожить. Наши КСМ атакованы. Один им там на мэне. Либератор бросит в рампу. По отдельности придется с этими юнитами мощными. Они как герои сейчас. Попробуй разбей. 16 юнитов уже забрел. 19. Приехали циклоны, один иммортал минус, два других снизу, а здесь и либератор есть. Прот, кстати, видит это. Какой-то прот нудный, мутный, блин. Ну что он хочет здесь делать, я не знаю. У него Нексуса нет, ни хрена нет, шансов нет на победу уже, ну никаких. Ну убьешь ты хоть 500, да похуй, бей его. Добыча-то у тебя не появится. А этих юнитов разобрать нечем. Морфин, ты что, трошен. ГГВП, Газ, пишет Протус. Мишаня дальше идет. Так, Hellraiser что-то там уже, да, давайте к Hellraiser прыгнем. Опа! Hellraiser против Кина. А вот это интересно уже. И это Бу-1 все еще, да? Да, это 1/8 еще только. Кин уже Вердоса убил, что ли? Так оно и есть, да. Да, у тех поражений пока не дали, насколько понимаю. Кстати. Вот это звуки, что издают вообще такие? Кто может сказать, где отключить эту шляпу?
Так, ну что же, ребят, Hellraiser против Кина, посмотрел я, что там такое происходит. Бу один. У нас Hellraiser Филон Гейда снег с кибернетчику вне играет сейчас. Во второй газ, пока нету еще зданий каких-то дополнительных. Годите или это не. А нет, нет, это не был Nexus 1. Это не был Nexus 1, конечно, приходит киноразведка, все проверяет. У него реактор попер уже. Он не строит рип. Опа. Реактор в фактурку. Интересный билд такой для ПВП. Что именно это может быть? Хороший ванаврон. Ну, Кина, в общем-то, Марики с реактора. Один изначально до реактора был. Потом факта реактор в Старпорт. Делается минус, передроп Марика минок будет. Вот, а дальше свич бью, видимо. Ну, с процом в мех свича точно не будет. Особенно, учитывая, что Кин скорее на Европе играет. Вот. Ну, а у Hellraiser'а... У Hellraiser очень стандартный билд, даже не через Старгейт, а гейт в робов, плюс еще два гейта, три гейта робов сейчас будет по рабочим, плюс по всем параметрам, плюс, и главное не пропустить вот первые эти врывы минок там и всего-всего. Так, что-то один пока только, одна такая пробка пока на газе, на второй базе почему-то, она одна-то только. И РОВВ сюда, то есть тут достаточно ранние колодцы будут, получается. Колодцы это очень хорошо. Ну, главное, вот чтобы первые эти врывы не нанесли урона. Полетел пустой медивак просто от Кина. Пугать. А где же минка-то тогда вообще? Они дома закопаны, боится оракула врыва. Поэтому минки дома стал. Ну, Hellraiser вот уже обсом залетает. Сейчас он все спалит здесь. Есть на скан энергия у Кина. Будет сканить, не? Будет, будет, да, заметил. Минусов. Решение верное абсолютно. Где медивак был? Медивак уже назад летит. Так, пролетел, посмотрел. Кстати, робо-бэй не запалил. Робо-бэй я пока не видел, Кин. Ну это очень хорошо, конечно же, для Hellraiser. Рыбка спряталась. Еще один опс сюда прилетел от Hellraiser. Видит он прекрасно, как Кин ставит третью ЦЦ-ху. Так, Кин тут две минки привез. Ну, Hellraiser с колоссом здесь был. В легкую, короче, выбил минки, даже вкопаться не успели. Плюс еще 3 гейта 6 будет. Интересная, кстати, конструкция тут у Hellraiser получается. То есть, смотрите. Здесь группа зданий, здесь группка. Кстати, здесь просто три гейта, робо бейт, вайлайт, фаржа на одном пилоне, а здесь три гейта, робо и кибернетка на одном пилоне. Как-то тут опасно Hellraiser действует. Ну, вроде пока с дропов не намечается, помимо вот этого, да? Ну, здесь уже много юнитов, чтобы выбить там всю нафиг. Правда, 20 секунд еще до стима. Да и Кин предпочитает вниз дропнуться, то есть он будет третьего напрягать.
Ну, Hellraiser Darkshine на всякий случай построил. Зачем ему Darkshine, интересно, так сильно понадобился? Ну, одна у Марика. Жёг Hellraiser. Три очень-очень дэмэджинах улетели. Фотоночка на второе. Решение верное. Фотоночка на мейне, фотоночка... Нет, фотоночка отсутствует на третьей. Ну, на третьей тоже надо в перспективе запилить. Дестабилизатор было заказал Hellraiser, но передумал, что и Мортла поставил. И Даркшайн, и архивы Темпларов уже сейчас делаются. Прям все технологии Hellraiser решил построить. Ну, то она Даркам сразу блинк по готовности Даркшайна делать. Харасить с блинком. Кстати, туреток вообще нету, Кина. И призма залетает, но здесь викинги контролят. Но если она по самому краю здесь пролетит, то долетит. Я не знаю, как Hellraiser собирается лететь. Почему он может сейчас просто втыкнуться в викингов в этих и никуда вообще не долететь. Я вижу два дарка. Два на муве, один в призму полетит, видимо, да? Два в призме полетит, два на муве. Но он не полетит по краешку Hellraiser, он прям сейчас через викингов, скорее всего, полетит. Даркик третий байс заходит. Ну, не прям через самих викингов, но... Минус призмы, пожалуйста. В это время что-то Кин ходил, пытался напрягать. У Hellraiser уже чаш есть. Дарк на мейн, дарк на вторую. Ой, дарк на третью, дарк на вторую. Зашел один дарк на третий, бать, начинает резать Hellraiser. Ну, хоть что-то поубивал. Хоть что-то поубивал. Рабочих 6 уже Hellraiser этим дарком убил. Потеря призмы, потому что это провалище был полный. Так, 5 бараков у Кина работают, 3 работают, 4 цеху ставят, Hellraiser ставит Nexus 4 сам. 71 пробка у него, архончики уже в миксе. Вторая фаржа, очень это круто, что вторую фаржу делают. Опять же, все на одном пилоне висит, ну пару пилончиков бы здесь еще. Добавляются имморталы, микс получается наимощнейший. Архоны, колоссы, имморталы здесь есть. И гейтовое сопровождение. Все, то есть Сентрис, Адепт, Сталкеры, Зилки, хотя Адепт, один есть Адепт, да, один есть Адепт, ну это так, он ничего не значит даже, потому что у Адептов нет грейда даже на Глефчике, вот. Зато четвертый Нефус готов, надо все лишнее перевести, здесь 17, там 17, ну можно еще парочку, да, вот отсюда парочку, и отсюда парочку снять рабочих можно, потому что нафиг. Зачем там 17-ка новенькая база сейчас будет. В то время куда-то имморталы у Hellraiser почесали. Куда они пошли-то, Hellraiser? Ты что творишь-то, ё-моё? Ой, сейчас двух имморталов можно прокакать было. Ну, Hellraiser нормально соединился с армией. Заметил, что они куда-то отделились вообще от его группы. Ну, спешите, я думаю, Hellraiser тоже не стоит. 2-2 делаются, грейды все делаются. Но единственное, что стоять на месте... И ждать, пока к тебе придет тиран с викингами, с либераторами, с пачкой гигантской био. Тоже, мне кажется, не очень хорошая идея была от Hellraiser. Но с другой стороны, у Кина, кстати, у него медивак 3, например, всего. То есть побольше сталкеров, и можно будет до варпи, и можно будет выбивать либерков спокойно абсолютно. 2-2, грейды еще не готов. Все, пробрил Кин. Камни, Hellraiser в наглую попер вперед. Решил, что ему достаточно вижу все сбрить. И он сбривает все, кстати, на самом деле. Только вот либераторов надо минуснуть. Так, медиваки тоже можно было бы покромсать немножечко. Агрессивные, блин. Как не туда стреляют сталки. А по ним стрелять? Они викингов автоматом стреляют. Будет Hellraiser на ХГ заходить сюда. Зайти можно, но тут только ЦЦ-ху разве что отменить можно. Больше я ничего не вижу, что здесь Hellraiser сделать может. Да, варп сталкеров идет по лимиту, не сильно в плюсе Hellraiser. Зато 2-2 грейды. Ну, вообще не в плюсе. Зато 2-2 грейды готовы. У тирана тоже, правда, 2-2. 1-2, точнее. У тирана много либераторов. Не вижу смысла ломиться в лоб на такое количество.
Ну вот сюда, да, зайти в цеху надо отменить. Да, отменить, конечно. Нахрен она тут строится вообще. И на и так 4 базы. Многовато будет, я бы сказал. Био вообще немного. Хотя как немного, 180 лимитов в целом-то. Подходит Hellraiser. Идея хорошая была планетарку убить вот так вот резко. Пока Кин не передислоцировался, но все равно выбил. Смотрите, мне показалось, сейчас Кин все вычинил эту планетарку. Ну не, не вычинил. Нужен даварк на призму. Надо сталкерами отлинкнуться назад, пустить Архона вперед. Что ж ты делаешь-то, Hellraiser? Ё-моё. И Мортлов забрал, улетел. Ну тоже как вариант. Цеху сбрил у самого 4 базы как бы. Здесь медиваки, он летает на мую. Есть дестабилизатор, есть дарки без... без блинка, правда. Я все блин даркам хочу. Вот. Ну, блин, даркам пока не планируется. Имморфл почти что забрал. Имморфл Кин неплохо залетел, а дестабилизатора сейчас по мародерам. При этом всем Кин впереди по лимиту. Ты сколько Hellraiser гейков? 8. Маловато. 10 бы ему надо, 4 бас уже как минимум. Сталкеров не хватает, доварка очень сильно. Ну, 4 сталкера, 4 ЗДЛК. Что это за доварка такой вообще, ни о чем. Под викингов блин попер. Либераторы раскладываются. Опять же, как криво Hellraiser в них ворвался, правда, в этих либераторов. Архончики падают. Что здесь падает? Еще один дестабилизатор залп делает. По нескольким марикам проходит этот залп. Но не осталось фактически архонов. Дестабилизатор тоже упал. Либератор сейчас переразложится. Викингов пачка, ну ё-моё. Оборзел этот Кин на Европе шатает, блин. Ну вот, как-то в наглую в лоб дерется Hellraiser, как мне показалось. И отсутствие шторма, ну, тоже, мне кажется, здесь сказывается. То есть, если играл без шторма, надо было играть такой билд, которым, ну, то есть, там, с трех баз убить Кина, например, я не знаю. Не морочиться с этими четвертыми базами. Если уж такой макро вышел, надо было делать все, шторм, как бы, вообще. Так что, походу, что... Hellraiser вылетает из этого турнира, да, так оно и есть, к сожалению. Так, зато Люцифер в 1/4 пошел. Блай против Пародикса будет. Говорит, Блай. Так. Кас против ДНС. Блай с Пародиксом. Если он этого Пародикса выбьет, то он с Кином будет в 1/4 биться. Так, ну что, ждем, кому можно ворваться будет, ребят, здесь, к нашим. А кому-нибудь явно можно будет ворваться. Ну что же, Блай против Кина сейчас будет биться, ребята. Ну, уже бо 3. Уже не бо 1, уже бо 3. Не знаю, лучше это для Блая или нет. Вот.
Ну, если ты сильнее, то, конечно, тебе лучше будет это. Ну, а я вас всех приветствую. Помните про отблоки, помните про подписки на премиум. Поддерживайте меня и мой канал. Естественно, по возможности. Вот, новая система. Новое качество 60 FPS из игры. Вот, битрейт 6К, короче, в общем, лучше должно быть, чем раньше. Так, инвайт, Тедблай. Так, ну что же. Так, Яндекс там обновляет статистику фонда поддержки российского StarCraft и выплаты, сказал, сделает тем, кому надо сделать, потому что он где-то не здесь был. Большевато будет, я бы сказал. Ну, вот так вот она нормально. Все, спасибо Яндеку за баннеров. Что, не знаю, что то ли прохладно в футболке, то ли не прохладно, не понимаю. Солнечно сегодня, но холодно последние дни, блин.
Так, ну и посмотрите, ребятки. Глубоководный риф, первая карта. Что-то я молчу про игру. Подумал о том, что деревню надо бы на неделе съездить, которая начнется вот сейчас. Вот. Вот, ну, посмотрим, когда там время будет, не будет. В общем, у нас какая ситуация здесь? Кинг через гейт, через барак Рипер в ЦЦ-шечку играл во второй газ факту реактор. Абла играл 17-ю хату, газ пул, соответственно. И Роуч Ворон он играл с мейна ранее очень. То есть это будет очень агрессивный билд, чего Кин абсолютно не ждет вообще. Так, буду знать, что ты там набил, не понял. 6500 людей побил. Так, ну что, Роуджер вперед попёрся. Плюс 3 Роуча попёрлись вперед. Рипер минус, соответственно. Мейл говорит, надеюсь, Кин выиграет этого клоуна. Воу-воу, полегче. Что там такое? Как так Блай зашел, я хз, но это минус Реваджер, ребят. А это значит, что с удара Минку не выбить. Вот сейчас тут второго Блай выбьет ее. А это неприятнейший момент. Вот циклон выходит уже. А с циклоном шутки плохи, Роуч еще падает. Как Блай умудрился Реваджера, если я еще ни хрена не понял, честно. Иф. Пытался Блай свалить. Попробуй тут свалить. Еще циклон на голову насел. Ну все, хоть одного Реваджера увести. Хорошо, овера своего Блай спалил. Неприятнейший момент абсолютно. Реваджер стыкался. Разоритель. Все, да, разорялся. Если бы не первая минка, Блай бы больше урона нанес. Но он не смог как бы выйти из Вьюренджа. Он попал в нее и Реваджера хлопнуло. Вот обязательно Реваджера просерачили. Ну что, зачем Блай это делает? Вот зачем это делать? Я понятия не имею. Ну один юнит, нахрен его просирать-то, уйди ты домой. Он уйдет через всю карту спокойно. Юнит дорогущий, блин. Роуч еще и грейдануть его надо. 100-100 стоит, блин, как Муталис. Ну не знаю. Ну тем более сам Роуч продолжает строить, блин, вообще. Либерони прилетает Блаю, начинает дронов просто выпиливать. Ё-моё, 5 уже минус, Блай не может нормально сконтролить. В это время Блай еще тут лингов снимает. 70 на 57 же в пользу Кина по лимиту. Кин уверенно здесь отыгрывает, уверенно все. Ведет игру уверенно абсолютно. Медивак сбит наконец-таки на мейне, но дропнулся циклон, дропнулись Мариносы. Надо дать добраться Роучем до циклона. Он 10 юнитов циклон убил. 10, ребят, там было написано. Кого он 10 убил, я не знаю. Но это первый циклон изначальный тут. Фистейшн у Блайчика пошел. Грон достраивается. Так, ну тут Кин чуть либератора не просрал, но все еще летал, напрягал Блая.
Все-таки Блай отковырял, суки, на 1-1 бил. Стандартный у Блая скорость роучем. И только броня делает с одного Валюшина. Это роуч Реваджера Инфестера, что ли? Не понимаю, что за стиль Блай играет. На третий газа нет. Только сейчас еще будет. Плюс бараки еще. Ну, разоритель, да, улетел тогда. Он кин запустил на исследование. Ну что, хай второй эволюшн. Сейчас Блай в ультру, видимо, уже начнет выходить. На четвертую раскачать вот 10 дронов. Чуть говоря, Блай как-то мне... Вот реально у Блая то ли он забывает дронов закатывать, то ли он с личинками косячит. Ну, то ли я еще в чем-то дело, но мне кажется, что он мог раньше гораздо во всех этих рабочих выйти. Вот уснут, вот прямо они как-то лезут и лезут откуда-то вообще. В это время Кин приходит, начинает... Ё-моё, 5 танков. Нечем было ответить на 5 танков сейчас вообще. 20 лимита разницы здесь. По марикам зашли фаерболы неплохо. Есть мифос, конечно, но вот с этим было нечего делать пока. Один танк фаербольщиками выбил. 14 роучей Блай строит. Овера где-то слил, там не знаю где. Собак, что-то пачка зарылась. Тут мисклик, видимо. Ну, кстати, как вот эти роучи все выйдут. Если в тыл собаками забежать, ты тебя у Кина прирост Блай пресекает здесь очень неплохо. Причем Кин даже не стимит мариков. Хорошо Блай выиграл-то здесь. Пошел вперед. Надо ли лезть прямо сейчас? Вопрос открытый. Ну, танк выбить, да, и отступить назад немножечко. Здесь собаки в итоге слились. Блая даже больше по лимиту. Первый ультрал заказан. Уникальный грейд 2-1. Как-то так вообще. Ну, не надо было... Ну, Блая, есть хата здесь, конечно, снизу. Но мне кажется, надо было драться за эту хату. Кинуть здесь и до этой базы моментально просто по расстоянию дойти. Роучи с тыла там куда-то побежали. Ё-моё, Блай, ну что ты делаешь? Что за движение лунтиковские, а? Ну вот куда ты идешь? Нахер ты в танки-то лезешь в эти сзади? Была хоть закупка подземной мух, я не знаю, то хорошо было. Так, проходит Блай, убивает этого мародера. Но Роучи просто просрал всех сейчас. К счастью, вкопался. Молодец. Хотя бы. По лимиту Кина опять больше. Ну, сейчас уникальный грейд ультре доделается. Плюс еще 3 ультрала выйдут. И шансы есть подраться-то будут. Постоянно Кин сканет. Решил вниз пойти. Да, решил вниз пойти. Боится закопанных этих... Беллингов, похоже, Кин у нас. Опять Блай неплохо прирост перехватил. Мародеров подгрыз, мариков. Ну, с лечением тяжело очень было справляться, конечно. Ультралы вниз пошли. Позицию Блай просрал, как убого дерется, ё-моё. Дал прийти сюда Кину, просто стоял. И в итоге через этот проход лезет вниз. Займи ты заранее эту позицию ультралами снизу, блин. Привет, Йо Солос. Да, конечно же, 60 FPS теперь. 60 FPS, там, битрейт 6К, короче, все лучше стало показывать. Прыгаю в Блая, но я надеюсь, он исправит ошибки, просто Блай вообще чушь делает вот в этой игре. Все нормально, как бы, побеждай, просто правильно дерись нормально.
Ну что же, кино 1-0. Вторая карта Black Imbra. Если Блай вылетит, там газ с ДНСом бьется. Акас раньше ДНСу проигрывал постоянно. Мы можем лишиться нашей братвы на гоуф ОСК. Блай отчасти сетки. Помимо Кина, Sword of и Рейнер находится. Люцифер еще вышел к Джулиангу, кстати говоря, в четвертьфинал. Блин, ДНС уже убил Касса, о чем я говорил. Джеральд Канин. Ну хоть ДНС просто, ребята. Так что-то была эта часть сетки зергов больше. Здорово, Пегащ. Да, процессор новый взял. Я взял процессор, мамку, память, кулер. И до этого еще винт мне чел там задешево подогнал, как бы относительно, который 8 рез стоит, 3 терабайтник за петыч, вот. Ну и, короче, все с ментом в 50 рублей встало. Вот Ryzen 1700 я взял. Материнка MSI-овская какая-то вроде. Память 2666 шина там, по-моему. На Твиче лагает, опять на Твиче лагает. На Твиче лагает почему-то. Я не знаю, почему на Твиче лагает. Пацаны, кто на Твиче есть? Вообще дико лагает. Войска Роя атакованы. Создана. Королева успешно создана. Рой эволюционировал. Так, ГО 15 у меня за гаражем. Где он этот? Убираю ГО 15 нахрен. Это осталось с мэп-тест турнира, ребят, извиняюсь. Блай против Кина. Вторая карта у нас, ребятки. Третья хатка у Блая. Блай 17 хату Гаскул выиграл. Я так понимаю. Рипер убил 5 собак. А может, забегание было там, лингов, короче. Нет, стул как раз-таки не новый. Не особо новый. Вот. То пацаны на Твиче, пацаны, ребята, все идите-то на Good Game, потому что, ну, вот это, я не знаю, то ли из-за моих новых настроек, вот, то ли из-за, ну, скорее всего, нет, потому что жалоб много с Good Game, и YouTube у людей лагает, и Twitch, и стрим, все там везде лагает, короче, вот. Так что смотрите на Good Game, другого не могу туда приложить. Ну что же, садятся Роучи, садятся королевы в Недусецкий. О, это 2-0 в пользу Кина, ребят. Блая приперся.
Нидус-то затрансфьюзил, но там два танка, ребята. Они просто невероятный урон выдают. Просто невероятный. Собачек бы высадить из Нидуса не мешало, но их просто нет физически здесь. Лайк еще рабочих там кинул, поубивал. Не, еще пока не 2-0 бы, чтобы Нидус, например, на мейн кину делает. Но я не знаю, как бы здесь Нидус на мейн может помочь сейчас. Так, пока здесь крибл, когда быстро ходили, все, крип кончится и печаль. Собачки плюс роучи на мейне. Танк достает до лингов. 2 роуча все вышло, плюс несколько лингов. Блай вообще какую-то хрень делает. Просто хрень полную. Что он делает? Бегает туда-сюда, ё-моё. Жесть вообще. А, и здесь еще, ё-моё, я проморгал. Здесь, если бы Блая на третьей бы нормально все было, тогда да. А Блая еще и третью сбрила в хлам вообще базу. То есть он остался без третьей. Нидус тут не зашел из технологии скорость роучем. Ким победун здесь, это стопудово вообще. Фамилия Рифлманов. Ну, естественно, все лучше выглядит, ребят. Войска Роя атакованы. Как бы встало все это в 50 рублей удовольствие, но я доволен на самом деле. Как Эволюция бы завершена. На Интеле собирать систему на 5% примерно мощнее, примерно на 5, как мы с Челом прикинули, точнее он прикинул. Вот. Ну как бы да, она чуть мощнее бы была. И на сокете уже более, ну, совершенном получается, как бы, но это было бы уже 80 рублей с лишним, как бы. То есть в 2 раза дороже. Примерно, чем вот это. Ну, то есть, зачем? Зачем? По параметру цена-качество идеальный вариант. 60 FPS идет просто замечательно. Просто грузится на 30%. Обычно вот в игре, как бы, когда. А вот когда переходы между игры, там что-нибудь подгружается. Вот StarCraft, конечно, ужасно не оптимизирован в этом плане, как мне кажется. Когда что-нибудь там подгружается, например, ну там из ладеров кастом игру переключаешь, эти вкладки, там вообще пролагать может так, что там на 90% с лишним загрузка подскакивает. Ну что же. Кинул идет точку ставить уже. Что-то Блай как-то сегодня абсолютно вообще без... Не то чтобы безидейно, но без задоринки. Какой-то, я не знаю. Без желания победить, что ли. То есть такой-то он играет, ну как механически. Там проиграл в первой карте, просто плохо сыграл. Роуча Реваджеров там в ультру. Здесь какой-то Нидус делает нелепый, ну и Нидус кривой получается под танки прямо там. Кстати, если бы сразу на мейн делал под танки, может что-нибудь и получилось бы. Ну здесь кин все, дожимать идет, здесь без шансов далее сопротивляться. Память про кулер и винт пришлось поменять, потому что гиговый умер. Да, чел мне говорит, блин, может не скинет ничего с ним. Может скинул, все нормально. Мне кажется, может не насколько там он прямо и умер. Ну, в любом случае, 3 терабайт. 10 винда, блин, не очень удобно. 10 винда, вот, конечно, печально. Блай тем временем погибает. Непривычно, пока мне не 10. Г, Блай пишет. Кин 2-0. Короче... Да, снова стримлю, что не видно, что ли. 6000 битрейт сейчас, 60 FPS.
Качество должно быть значительно лучше, чем раньше было. Оно и есть значительно лучше. На исходном. Ну что, пришло время выбирать, куда идти. Вот этот звук откуда, блядь? Кто его издает? Меня бесит вообще. За кофе лейк. Короче, Ryzen 1700, да, просто насаевская мамка, не знаю, как у меня даже мамка там, надо посмотреть. Вот. Память снова за новой, ну, новенькая тоже. Прав 16, как и было, но... Ryzen 7700 и кор... Так... Да, как-то безвольно. Даже не безвольно. Безвольная такая вообще как бы просто ни о чем. А здесь как-то, ну вот. Вот, 97% сейчас загрузка. Вот, переключил вкладку, 97% загрузка. Может быть, у вас даже лагнуло там до этого или лагнет позже. Я не знаю. Ну, что за хрень такая? Ну, как это вот тут? Вот, переключаю. Сейчас, оп. 50%. Здесь еще... Нет, здесь уже все прогрузилось. Вот когда она не прогружена, прям ад какой-то. На компанию, допустим, нажмем. Не, нифига. Вот сразу Кори отпрыгивает. Системные звуки винды системные или что за системные звуки? А где они? Напиши путь, где отрубать их. Хотя я найду потом, просто сейчас, чтобы быстро это сделать надо. Надо быстро это сделать. Короче, ребят, Кин против кого будет биться? Хз, я вроде как Кин будет биться сейчас. А, еще пока не ясно. А снизу тоже ничего не ясно. Еще Лиликанин там не доиграл. Фу, как они сетку задержат. Может, конечно, не обновлено ничего. Люцифер Жулиангом тоже не мешало посмотреть. Ребят, ЛЗ начал. Молодой и перспективный ЛЗ. Не такой молодой, наверное, уже, но все же перспективный, короче. Начал активно трениться. Красавчик, что тут говорить. Уже он игр наиграл больше сотки. Вот. Посмотрим, что у него из этого всего дела выйдет.
Чё это за Zerg TV 5900 рейтинг на 95 месте? Кто-то Zerg аккаунтом играет. А Zerg всем не говорит, я надеюсь, что это он. Аверс на 63-м. 6-100 у него ММРчик. Баба Меца, что это? Зерк. По-русски написано, значит, кто-то это. Опасный поц какой-то, кто хз это вообще. Кугар тут 6. Есть кугар там. Хренась у него игр, это он что ли играет столько? Он тащить должен, чё, почему? Касс 6400 выше на 28-м. Должен, но не обязан, как говорится. А выше-то кто-нибудь есть из наших? Блай на 8-м. 6750. Ё-моё. Вот играть в таком месте, блин, просто. И так вообще беспонтово сыграть сегодня. Ну зачем так надо? Зачем Блай так вообще подставляет вообще? Суртов против Кина будет. Не, если, конечно, Люцифер победит микроба, то мы будем... Но там еще вообще неизвестно. Так. Все, кину сортов, уйдем. Отлично, ребят, будем здесь в этом матче. Они там все играют. Баба Меца это Нисикс. А, ну да, он типа болгарин, у них же тоже там это кириллица. Ну вот когда окно прогружается, вот это, короче. Короче, Абер мне дал там сайт, на котором можно рестрим нормально сделать, как бы. Вот, на Twitch ее не будет проблем, как через ГГ, в общем. Надо будет заморочиться. Потому что сейчас что-то постоянная проблема, как бы. Через ГГ, конечно, удобно рестримить все это дело, но... Thank you.
Ну что же, ребят, Кин против Суртов, обидчик СНГ, ё-мо. Всех обидел, короче, Кин этот чертов. Палверди, Хеллрейзер и Блайд его рук. Вот. Ну, может быть, шведский викинг рыжебородый Суртов, хотя он не рыжебородый, он большой собака тоже, да. Суртов. Вот. Может быть, он его одолеет. И он уже делает Special Tactics просто, который уже, конечно, сейчас не совсем Special, потому что почти все зерги и корейские используют этот билд частенько. Изначально его то ли Матис, то ли такой европейский игрок сыграл, я помню. Это было реально неожиданно. Вот, но еще и не так он как бы задрочен был, что называется. Не настолько эффективно билд этот использовался. Вот, но... Роуч Уоррен с мейна с двумя газами, соответственно, очень опасный врыв. Чуть только два газа, два рабочих газа бывают у Кина там на дальней. Но он разведал, ребята, это значит, что он сейчас увидит Роучи. Конечно, если бы не это КСМ, еще и КСМ-ку у него бил. Ситуация для... Так, что только один Реваджер? А, ну он что-то нагнал этих Роучи. Короче, если... Так, где второй реведжер? На мейне еще один реведжер. Короче, если бы, ребят, нет КСМ-ка, зергу было бы проще, тирану было бы сложнее. Так просто бункер сейчас построит сверху Кин, и я не знаю, как его продавливать, ребят. Я без понятия, как его продавливать. Вы видели, КСМчик об депошку ударился и улетел. Кстати, настройки ставят физика наивысшая у меня, по-моему, немножко по-другому все взлетаться, да, как-то стало даже. Суртов бункер поставил, но рабочих вывести достаточно, чтобы вычинить. Просто не удосужился Кин. Ну что он творить-то? Суртов сейчас реведжера потеряет за секунду до готовности. Вообще приятного мало. Здесь... Еще одного реведжера на муви слил. Ну, заходит на ХГ. Начинает с КСМ-очками биться уже. Депохи надо выпиливать, саплай блок обеспечить Кину. Надо бы. Фаерболы в молоко, что он делает вообще? Божественный контроль со стороны Кина пошел. Ой, Суртофа. Просто просрал на ровном месте весь свой пуш. В итоге зашел сюда, сюда КСМ едет, выведет и сюда юнитов. Фаербольное отступление просто. Не давай фокусить, копи реведжеров. А самое главное, что нет танк. Был бы танк, его можно бы далеко разложить было бы. И стараться реведжеров не пускать, он с плашом бы всегда давал. А циклон это что, их можно лоб-лоб с ними драться. Реведжерами очень выгодно с ними драться. Когда их больше. Когда одинаково циклоны, конечно, сильнее намного. Их уже три. Кин Суртов подтягивает юнитов все еще своих. Подтягивает и подтягивает. Депохи начинает пробревать. Так, ну вот реведжеров 5 стало. Фаерболить, депоху сбривать надо. Надо прикрывать овера. Непонятные вещи для меня Суртов сейчас делает. Просрал зелененького овера. И на две депохи разменял. А наверх-то кто ходить будет? Вижен-то кто давать вообще будет? Так, реведжеры погнали вверх. Фаерболы падают мимо. КСМ 4 еще уничтожил. 5. Роучи морфи не успевает вообще ни хрена морфить. Двух роучи просрал. Газа дофига, они могли реведжерами быть бы сейчас эти роучи. Что за... Ну, не знаю, у него нет опыта как будто. Хотя как нет, если делает, значит есть. По-моему, неправильно Суртов немножечко здесь... Исполняет этот пуш. Овер не упал, только чудо в 4 хп осталось. Здесь 4 циклона, ребят, на 4 циклона. Как на них зайти, прикиньте? Я без понятия, как на них можно зайти на ХГ сейчас. Ну, роуч подходит, может, с новыми роучами. Реведжеров 8. Где еще 3 этих реведжера бегают? Все, заходит Суртов на ХГ. Пошли фаерболы! На циклонов фокусить, начинать фокуса я не вижу. КСМ затанковывают, Суртов КСМ убивает. Ну тут 5 циклонов уже вообще.
Последний лыб сурту, кину вернуться от фаербул. 5 циклонов, 10 ровагера, ё-моё, это полная улына. Тиран тоже ЦЦ-хи нет, но... Тиран на ЦЦ-ха летает, понимаете, тиран всегда в плюсе в таких играх затянувшихся. Одна в одну базу. ЦЦ-ха перелетел, потом и все. Лезть без вычинки вперед тоже суртоку, надо ли вообще? Попытка от Суртоку еще раз прийти. Здесь мариков уже как-то слишком много. Роучи, вы видите, что с ними становится. Они просто в секунду падают все. Циклона вычинивает кинтом дэмэдженного. То есть уже его и не добить. Один ноль кин. Они с Джеральдом так и не доиграли, я так понял, этот перебором, если честно. Чё-то они играют-то, вот. Пора б кому-то уже выиграть. Ну, походу, там армада в армаду, как писал чел там. Так, ну что, конец ДНС, а нам кина надо осматривать. Погодите, кин суртов, ему же первая карта была. Почему не создают ничего? Сука, они надвинули, ребят, вперед. Люцифер с Жулиангом тоже бьется. Где он там бьется, я хз вообще. Рейтон переподписан 3 месяца. Спасибо, Рейтон. Оп, на трешечку сразу. Неплёху, неплёху. Стартует Люцифер. С кем он стартует? С Жулиангом? Они только стартуют, что ли? Ну, удачи ему. Просто мы-то уже в этой паре, как бы. Я уж не буду бегать туда-сюда.
Надо было раньше отписать, что они еще, я думал, они уже играют давным-давно. Если бы я бы узнал, то, конечно, к ним бы пошел тогда бы. Теперь уже метаться не слышу. Ну что же, здесь Кина 1-0 повел, Сартов больше не хочет с мейна Роуч Ворон ставить. Кресло, которое у меня в рекламе. Да, кресло в порядке, все с ним. А самурай, он рядом стоит, просто Арчер предложил это кресло, как бы, что, ну, по рекламе тебе. Соответственно, кресло мне. Я говорю, давай. В принципе, удобно, мне все устраивает здесь, как бы, вполне. Есть в описании ссылка на покупку, где там по моему промокоду даже 15% скидон можно получить на кресло, знаете. Ну не на все там как-то, которые есть в данный момент, только там как-то особенность какие-то есть с этой скидкой, я не помню. Ну вообще она есть, как бы. Так, много времени псил указано на то, что мягкий знак написал-то не лишний. Он тебя сделал грамотнее, понимаешь, надо быть благодарным. И себя обезопасил тоже. Сегодня ты мягкий знак не знаешь, как писать, а завтра телефоне в подворотне снимаешь. А послезавтра, ну, детям наркотики продавать начнешь, понимаешь, тут цепочка, одна цепочка. Так что... Считай, что ты избежал этой участи. Благодаря GTI. Вот приезжает 4 гели, говорят, откинуть. Здесь 3-я ха. Давайте по игре что-то я смотрю в чат. Весело там вот хрень всякую пишете. Прикольно почитать. Вот. Но надо игру смотреть. По 16 дронов мейн 2. На 3-ю только начинает сортов постраивать, раскачиваться. Овера кину ему где-то там сбил. Где он его сбил? Где-то там. Видео ближе у себя дома. И я вижу, что факта с реактором Старпост слабая, а барак пока ничего не строится на барак. То есть ни лаба, ничего. Может быть, это мех будет, учитывая, что третья цеха уже пошла. Не, все-таки лап, пошла все-таки бида вообще. Ну, оно в конце лета уже приплыло. Это кресло, как бы. Вот.
поэтому в жару не подай. У нас и было-то два дня этим летом, когда около тридцатки было. По тридцатке, там несколько. И в целом чуть больше недели. Стандартно. У нас лето это 10 дней примерно. Примерно 10 дней таких за 25. И 2 по тридцатке еще. Вот. Два армора, ничего себе. Фейковый стимпак, ребятки. Ни хрена себе, тут какие у нас заявочки. Фейковые стимпаки пошли там всякие. Старпорт меняется местами. Ну, честно сказать, спина, не знаю, не будет, наверное, вот. Когда тепло было в августе, то пятая точка-то немножечко подпривала, как бы. Ну, правда, я в толстых штанах сидел, бывает, что там то дождь идет, то такая хрень, как бы, ездишь там в спортивках. Вот сейчас вообще нормально, физар. Я собираю в этом плане подольше, получше продувает. Сверху крип, по крайней мере, везде есть. Здесь, конечно, хорошую такую площадь убрал крипа у нас тиран. Своим выходом. Милишные грейды играют, сортов. Но у кина один-один делается. Вот только-только сортов. Замечаешь, здесь мех вообще пошел. Войска Роя атакованы. Окружил что-то кино здесь в центре как-то сорту. Неприятно очень. А что вообще у кино осталось? Тор, 7 геликов. Что потерял? 20 склона. И несколько геликов. Ну, немного потерял там, но все неприятно, надо аккуратнее быть. Так, про попытка прокликать хату торами особо ничем не закончилась полезным для кина. Торы вынуждены были улететь, а вот заезд геликов на вторую вполне себе зашел. 14 дронов, 14, 15, дичь, 17 минус. Эпс, подчеркивание, поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает: спасибо за реплей. Спасибо, Эпс, тебе. Ну, я обещал, но, к сожалению, блин, пропали с предыдущих всех времен, потому что я что-то затупил и не скинул их сразу, блин, а потом-то оказалось, что, ну, винду-то эту за... Ну ты понял. Форматнули с SSD-ху, где StarCraft лежал, и все, наверное, на SSD-ху было устанавливать. А в этот раз я опять тоже на SSD-ху установил. Думаю, ладно, чтобы быстрее грузился. Ну не факт, что с нее он и быстрее намного грузится. Так, синим пламенем начинает шаталить. Кстати, ребят, это гидра, да, это со скином. Сейчас есть скины на MSNIC просто.
такие покупные, в общем-то, и поэтому офигеть, сколько геликов просрал Ким, и поэтому, ну, многие их покупают, как бы они похожи очень. Героический Тор крошит здесь всех, кого сможет. Двух генералов еще забрал, Great Spire пошел. Хотел, да, сказать спасибо Вебс. Ребят, на группе ВКонтакте, я выложил реплей с плей-оффа мэп-тест турнира. Одну восьмую, одну четвертую, полуфиналы, матч за третий финал. Спасибо Варде большое, он дал их. Как-нибудь, может, я полуфиналы покажу вам еще. Лучше мы их не видели. И матч за третье. Соответственно. Я не знаю, правда, актуально. Они еще должны быть актуальны. Сейчас версия какая-то StarCraft вышла. Короче, смотрите, ребят. У меня просили многие. Там Бьян, Innovation, Су, Solar, там и очень многие-многие ребят крутые. Неплохо, Солтов. Ну, притягивал всего-всего. Разбирал и уходит назад. Ну а за поддержку всем громадное спасибо. Арбуз пойдешь резать. Бля, что-то мне арбуз захотелось. Скоро ж кончится уже, наверное, они в октябре. Надо сходить купить к азерам. У них нормальная. Не как говнище магазинное, конечно. Более-менее нормально. Бывает еще и лучше. Так, попытка забрать идет. Барак забирает. Сортов барак. Там вайперы уже. Зелень ста... Ой, это не вайперы, ребята, а... Как их там? Рейвены ставят дефенс дроны. Ну, Сортов каждый раз выгодно разменивается, это я могу точно сказать. Он вайперов всего два потерял, а на вытягивал он ими просто немерено юнитов. Кстати, вайперы со скином тоже такие интересные. И... Сейчас еще вайперы будут, у них 80. Надо эволюшенов уже давно подстроить было. Нахрена здание вообще портить, блин. Все, ну, если ты эволюшн доделали, Сортов надо докачать. Вон там два вайпера вообще без энергии, блин. Есть же эволюшны. Зашла гидра, сенсор тавр почти сбрил, но так как Кин забыл вычинить его, то он уничтожен оказался. Опять тут Сортов повытягивал. Так, а че за блоны на едва муталька вылетели. Прикольно у Сортов и все со скинами такими. Караптор единственный без, да? Или тоже со скинами? Нет, тоже скин какой-то. Который мало что меняет, правда, походу. Ну вообще все юниты необычные. Просто вытягивалите какое-то, идет полнейшее. Ребят, вы сами все видите. Сортов и тянет, и тянет, и тянет юнитов. Сейчас третья атака будет готов. Вайперов, правда, уже больше потеряно сейчас будет. Но у тирана в целом потерь уж 5 уже вайперов потеряно. Сожрал эволюшн. Ну ладно, 75 минералов там за то, чтобы вытянуть юнитов столько, это нормально. Ну, кстати, при этом всем Сортов предпочитает вообще без фармхостов биться. Скопление минералов выработано.
Залетает на ХГ, а оппонент его свалил уже подальше. Так, а зачем? Гидрала своего гидрала что-то убил. Мне то ли мисклик, то ли не знаю. Мид хотел высвободить, наверное, здание бы пару бы заказал бы лучше в рабочими бы сортов, я думаю. Чем убивал гидрала, наверное, мисклик какой-то досадный. Груды пошли. Хорош, фаерболы. Два в танк попало. По викингам попали фаербольщики. Торов бы надо притянуть сейчас. Груды летят вперед, все танки бомбят они очень жестко грудингами своими. Ну и сразу же надо вперед сортов уйти. Почему? Потому что у него есть крип. Пока здесь викингов много не накопилось, просто караптеров сюда подвести. Есть гидра, есть вайперы, зелень можно викингов накидать, воздушную зеленку. Они все задемеджатся флантом. Грудов достаточно много, 10, там 8 штук, по-моему, да-да. Группа хорошая такая, которую на отдачу послал тиран, чтобы, соответственно, что, чтобы... Протянуть время немножко. Так, зелень по танкам пошла, решил сортов побыстрее с танчиками разобраться. Ну, очень быстро он с ними разобрался. В это время в другом направлении двигается. Викингов уже, правда, 14 штук, пачка такая хорошая. Ну, блин, с зеленкой можно подраться с этими викингами все равно. И сортов вместо зеленки просто притягивали, тебя опять делает. По викингам зелень зашла, плохо, кин сплитит, очень викинги подставляются. Как же им бобо сейчас было. Просто бобо. Потери 25, уже 6 тысяч тиран больше. Только что 3 тиран больше потерял, сейчас уже 6. Викингов кышкин сейчас восстановит. Так, сеточка. Сеточки нет там на голову, на Team Liquid, ой, там на Твиче. Я продублирую, конечно. Веспеновый гейзер. Войска Роя атакованы. Так, вот тут викинги как-то летают. Точнее, рядом здесь они летают. Сортов в это время движение на центре производит. Полные вайперы энергии. На викингов делаются грейды атака. 18 штук их, ничего себе. И 3-1 они сейчас по грейдам будут. А воздух у самого сортов 1-0 вообще. То есть не грейжены абсолютно. Так, гидрал идет вперед. Идут вперед. Викингов пофокусил. ЦЦ-ху сейчас забреет вообще моментально. 3-3 до грейдами. Викинги еще тут рядом пролетают. Сортов их сразу зафокусил. Ну и все, 17. Где зелень? Где вайперы вообще? Зелень поперла на Европе. Попробую тут засплить. Сортов этот. При этом все сплитит более-менее неплохо. У нас здесь еще кин. Нужно бы сортов развернуться. Что-то он хреново контроль. А, ну тут танки. Контрзаезды танчиками идут. Нет грейда на зданческую броню у тирана. Вот купер хороший пришел в район 12 часов. Туда-сюда дроны катаются. Сортопуски. В это время танки идут вниз. Здесь груды плюс муталиски выбивают. Ну, 3-3 танки моментально хату разбирают. Какая зелень плотная зашла здесь. Просто жесть вообще. Полопалась большая часть викингов. 118 лимиты кина в итоге остается. А у сортов и запас. 3 800 на 2 700
И лимита почти 200, то есть у него сейчас прекрасно все стало. Все эволюшены здесь высосал, с которых энергию питало вообще. Так, ну интересно, тут забегание на самую новенькую базу Сортопа проходит. Он ведет сюда войска свои. И одновременно и с другой стороны, на базу Кина, простите, Сортоп делает забегание наоборот. И одновременно и в центре забегания идет планетарку, сбивает Сортоп. 130-200 по лимиту, запас уже, конечно, прожрал тоже. 2К на 2К, учитывая вновь добытые ресурсы, получается. Ну здесь еще единственный спайнинг вообще. Так, информация про Лан-Навеск будет на этой неделе. Это замечательно, что она будет. Я вроде как буду официально стримить, короче, Веск. Ну, из дома отсюда, естественно. Мне тоже еще до конца инфу всю не скинули, но скинут. Что-то там 2 октября или 2-3 октября будет. Врать не буду, но как-то так. Так, очень много зеленки викингов, ребят. Падают все викинги, гидра на 3-3 вообще, Суртов. Ну, в эту игру хорошо, он мучил и замучил таки Кина. Ну что, ребят, третья карта нам нужна. Кин против Сортофа. Так, ну что, 1-1, ребят, мех депо у нас. Карт следующего сорта, 17-я хата Гаспулки. Через
Так, барак в ТЦХу. Без газового ТЦХа. Давно не видел такого билда, но он... Это не значит, что он не существует в природе. Вот он пошел. Без газового ТЦХа. Я сейчас обновлю сетку на секундочку. Отвлекусь. Посмотрю, как там другая часть сетки выживает. Так, Люцифер проиграла. Да, на ДНЦ с Канином все еще бьется вроде как. Улучшение командного центра завершено. Так, похерить репки, да мне они-то и не нужны, особо я их выложить хотел просто. А так ты чё, Эди? Репки новые накопятся. Более актуальные. Ну что, ребят, 17 хата Гаспул, 3-я тоже достаточно ранняя хата. 3-я ущерб, кажется, да, ущерб королеве одной. Только вот сейчас королева новая будет строить. Суртов еще и supply блок тут он отхватил. Ну что, третий ЦЦХ грейдится. А у сортов 6 роучи плюс линги, и третий он вообще не раскачивает. 12 лингов, погодите, что это будет? Реваджера линга пуш или роучи линга пуш, я не знаю. Ну роучи и немножечко реваджера, на что газа хватит, плюс масса собаки от сортов поперли вперед. 6 роучи идут, газ всего один, поэтому максимум на двух реваджерах натаскается, пока он туда двигается. Но это уже и то хорошо вообще. Да, еще Блай меня играет, это плохо. Приходит сортов, пробревает бункер, да? Да, пробревает бункер, пытается отбиться. У нас скин, ну что-то ничего не выходит. У него 30 цехи было, он схалявил. Адский. Один реваджер, 5 роучи и собачки. У сортов открывает фаерболом масс рабочих там. В общем, сортов в финале получается ему кина сбрить. Нафиг теперь уже и переименовывать не актуально. Сортов. Канин ДНС. Ждем инфу какую-нибудь о том. Здесь приходит ДНС. ДНС сети. Если Канин ДНС сыграли сейчас в полуфинал, посмотрим, Жулиан против ДНС еще мы тогда. Это будет очень неплохо. Тай 2 полуфинала и... И что еще? И финал посмотрим. Прошу заинвайтить, все, теперь надо в другое уже переименовывать.
Так, ну пока что-то не начинается ни хрена. Ну, ДНС у меня в друзьях, я смогу прыгнуть. Оп, а вот и ДНС, смотрите-ка, создал. Погнали. Отлично. Адриано Челентано, ведущий. Здорово, Локдогач, здорово всем. Так, с рекламу пилю, ребят. Помните, просьба поддержусь. Пилить. Подписывайтесь на премиум. Поддерживайте меня и мой канал. По возможности всем за это громадное спасибо, кто так делает. Продолжаем смотреть StarCraft мы сегодня. Все во втором полуфинале. То есть мы сейчас посмотрим бот 3. Жулиан против ДНС ПВЗ. Не знаю, сколько оно времени будет идти. Так, Ctrl-Shift-G проставим. Так, ДНС против Жулианга. 0-0, первая карта, мех депо. 17-я хата, Гаспу, Жулианг. ДНС приезжает, мне кажется, ДНС, он такой более...
весь фаворит, он как бы макроигрок, он очень неплохой такой игрок. Он пробревает сейчас многих, типа Харстома товарищей вообще. Так, ну что же, адептик запилен. Адептик запилен. Ну, ДНС, а не экзуда стрейт, спилон гейт с гаснейк с кибернетчикой был билд. У адепта там 17-я хата, гаспул, скорость 3-я, пока хаты не наблюдаю. И в Твайлайт играет ДНС, уже все это не Старгейт, как вы понимаете. Адепт вперед попер. Навстречу пробке. Ну, сейчас третью хату спалит. Может быть. Ну, если он не будет сначала, конечно, ДНС врываться вот одним адептом. Он просто походит, поразведует. Если все сможет, собачку какую-нибудь подрежет. Нет, так нет. Дома у ДНС вопер Даркшайн. То есть это Твайлайт Даркшайн плюс 3 гейта к одному имеющемуся. Грубо, кстати, в рамке сейчас призма вперед, то есть Архона Харас плюс выход потом в третий Нексус. Но это не Архона Зилка Пуш, как многие любят вообще. Не такой билд. Ну, пропушить как с этого тоже, мне кажется, можно, вот с такого билда. Говорит, чар сейчас заказать. А, ну еще Зилка Архона Пуш, он играется с третьей нераскачанной, например. И он играется с архивов Темпларов, чтобы на Зилков было больше ресурсов просто. Зилок сталкер адепт. Но здесь есть выходит ДНС на третий Нексус, прикрывая вот этими юнитами как раз. Так, сам Нексус-то будет ставиться или сначала варп дарков? Сначала дарков варп, потом все остальное. Сюда арки вперед выдвигаются, видит Джулианг, все это прекрасно. А ведь спорка-то еще не готова, сейчас ДНС придет и это увидит. А, здесь уже оверсир есть, ребят, пофиг на спорку. Одного дарка ДНС умудрился слить. Косяк, ну, порубил он больше королеву и собак там пачку хорошую срубил. 8 штук. Сейчас довар дарка будет. Будет довар дарка, да не? Собаки тут прибегают. Так, еще дарков несколько. Довар показался. Архона забирай, дружок. Нахрен дарков с перебором варпанул. Тремя архонами, видимо, ДНС хотел подпушить. Здесь надо разгружаться, ибо дарков-то подслить бы надо было бы. Ну ладно. Подумал ДНС и полетел. Ну, понапрягал чуть-чуть. Это Immortal Charge делается время с N3. И третий Nexus, на котором газ пока ДНС не ставит, не раскачивает вообще.
Так. Ну, пошел выход, ребят, от ДНС-ки, как и прогнозировалось. А тут гидролинга без беллинговой пуш, посмотрите, от оппонента ДНС, от Жулианга. Да, варп ДНС с тыла идет, спереди точнее, и в тыл тоже варп. Здесь два дарка, оверсира отсутствует вообще в принципе здесь. Надо окружать, надо в бок идти частью армии, что ДНС и делает. Жулианг просто на муве сливается, зелки с дарком приходят, сзади архон с зелками. Везде напряг, везде печаль Легидры. Мог призму фокуснуть Жулианг, если бы не тупил бы сейчас, но не фокуснул ничего. В итоге, короче, ДНС разбирает его группу, и это печально вообще. Дила-то еще без плюс один, но очень собак они медленно из-за этого убивают. Но помог и морт. Жулианг не отступается от идеи пушить, я насколько посмотрю. Гидры достаточно много, но 9 сейчас строится. Надо ли лезть вперед, когда 9 гидралов у тебя только строится? Пытается Жулианг давить, пытается занять позицию хорошую, где будет проще ему атаковать. Нужен уверчаш, уверчаш. А, так энергии нет, какой уверчаш. А где призму, слушайте? Призма вернулась. На F2, что ли, ДНС жмет? Сильно, я чуть не понимаю. Вернул призму, в итоге развалился. Здесь унизил Жулианга только недавно. В итоге умудрился развалиться в такой игре. Что за нелепая вообще фигня? Как можно было сейчас развалиться, когда уже фактически победил 1-0 Жулианг, ребят? Выдает. Что у нас ЗВЗ еще в финал, что ли, Жулианг нам принесет? Не надо нам ЗВЗ, давай ДНС втаскивай уже, черт побери. ДНС сортов нормальный финал, мне кажется, был бы. Но может не срастись немножечко.
Так, вторая карта. Жуль Барс Жулянг против ДНС Адриана Денисяна. Сейчас я водички налью, ребят, горло пересохло, извиняюсь. Так, все, я здесь, пацаны. Ну что, ребят, адепт назад возвращается. Все, ребята, здесь я чуть запарился, опять чат смотрю, у вас какой-то срач какой-то опять пошел. Жулянг против ДНС, ребят, в этот раз ДНС решил через Старгейт опенинг здесь продемонстрировать. Мне в архонах раз получается в начале, что он двух собак сбрел, ничего не там мне рабочих не сбривал, не заставлял даже спорки закатки, роба пошло после Старгейта вообще. Так, ну что же, 11 дронов, 12 вот на второй базе, сейчас еще один вылез, 11, один ушел куда-то, тот приехал. Третью раскачал, почти Жулиан пытается ДНСу сам, третий Никс, ну, блядь, Мазерхор только-только готов, Давар по адептов идет, но сейчас их сгрызет вообще у нас тут Жулиан в легкую, ДНС смещается вниз, становится, надо встать за пилон за этот, ё-моё. Оракул прилетел вместе с Мазеркором. Собак не отвел, Зерк, это ошибка была. Собак всех просрал в итоге. Но по лимиту в плюсе Жулианг и дронов он там прям хорошими пачками такими делает. А здесь, посмотрите, после Старгейта убого поставленные гейты, я точно могу сказать, здесь просто с рампы блокируется выход. Вот архон, если здесь будет, как он вот сюда вот попадет. Вот здесь вот он может пройти, обойти вот так вот. Ну это тяжело вообще. Может быть, между пилоном и роботиксом он здесь вот пройти. Но здесь он не пройдет, прямо здесь.
Ой, разбивает ДНС к одному. 6 штормовиков, это 3 архона, плюс зелки пошли. Гейтов у нас уже 8, то есть все. Раскочегарился на полную мощность у нас ДНС здесь. Заходит Архе. Заходит Зиле. Сейчас пойдет Давар. А это что? Что-то Оракул. И вторая призма на мейн летит, кстати. Харас устраивает. Вот королевы вошли в архонов просто. Ну тут скорее наоборот. Королевы вошли в архонов. А архоны вошли в королев, что ли, я не знаю, как это описать происходящее. Контроль от ДНС. Один братан без призмы остался, белый, и его минус нули. Собаки, но в целом здесь юнитов достаточно много. Призм на мейн прилетает, 8 зелков просто так резко, хоп, и на мейне. Сюда бежит Жули-Барс отбивать это все дело. Ну, зелки с плюс 1, они грамотно с собаками будут меситься здесь. Королеву, судя по всему, прицанет. Нет, королева пока выжила. В это время архоны третью шатают. Похоже, что ДНС во второй карте гораздо более грамотно сыграл. Зелкики гидру прессуют. Один зелок рабочих режет. В это время архоны с другой стороны просто напрягают зерга очень слабо. Еще давар 8 зелков на мэне. Все здесь неотбиваемая темка. 8 юнитов убито. Бычара еще тот оказался зелок. Прил 8 рабочих. Не только рабочие, там и собаки были на самом деле. Зелок отпрыгнул назад. Не понравились ему крикумеры. Ну, в итоге все-таки согрели его. 10 архон и газ минус нули. 16 и 20 юнитов, соответственно, убито у одного и второго архона. Четвертый Никсон пошел. Так, ну что же. Плюс 2 архончика еще. Ну, четвертый Нексус занял ДНС, ребят. Еле-еле Жулианка отбился, но... Посмотрите, 7,6 пробок на 63 дрона. 2 когтя на 2 атаки, а 2 атаки лучше, чем когти. Дропчик опять был. Погодите, что они опять без геймхартовского создали вообще? Минутка затишья, копится ДНС, копится Жулианг. Ну, гидролинга... Блин, ну Жулианга опасный микс. В чем опасность-то? 31 гидрал, ничего себе, это нормальное количество. На крипе чрезвычайно опасная сила, потому что при грамотной позиции можно катить нормально вообще. Феникс прилетел в рот. Прохарасил чутарик. Сбить не получилось. Часть гидры вообще на мейне осталось. Забегания зилотов идут тут постоянно. Надо пресечь это забегание. Да, вот так вот, собственно, и надо было сделать. Изначально беллинги взрываются. Хорошо взорвались. Гидра вернулась. Ну, у ДНС тоже лимита почти 200, как и у Жулианга. У него шторм. У него архонов 8 штук, у него имморталов там 7 штук. Может, 8 где-то там ходит. Да, вот сейчас он выйдет скоро. Еще какой-то архонов. Чего ему столько архонов-то ДНС вообще?
Но Викс вообще тяжелый, конечно. Особенно шторм, учитывая, да? Спускается тут ДНС, Зилоку там поперся. Беллинга Зилок обнаружил. Штормить надо. Неплохой шторм, и юниты здесь добили, в общем-то, бейнов. С лингами. Ну, 200 лимита просто, если что сидеть, что ждать. Сейчас там беллингов все больше и больше будет. Люра какая-нибудь может зайти, бруды, я не знаю. Так, пришел в ДНС-центр, отогнал часть юнитов, беллингов там расконтролил Кусман. 300 гейта, флит бикон ставится. Забегание бейлингов, флингов идет стабильное какое-то. Гейт мог прогрызть, кстати, рулян. С двумя когтями, если бы прокликал, вообще быстро бы его собаки пустили бы на металлолом. Или что там у Протса получается. Не металлолом, что-то другое. Так, пошла атака, идет вперед Жулиан. ДНС отштормил, все, бейлингом штормы заходят, просто дичь. Просел пулемет, говоришь, ДНС. В то время дарки зато на третью зашли. Где есть спорка, а на четвертой, где не спорки, вообще ни хрена нет. Дзилков идет. Вот здесь дарки всю базу опустили вообще. Один бы здесь остался бы, один бы сюда бы пошел. Ну, зачем трогать ее? И обсервера у ДНС нет, все стоит, ничего не видит в центре. Это очень плохо. Зато пятый Некс у него есть. Кстати, Жулиан, с двух сторон прессовать ДНС-ку. Кстати, зажал, смотрите-ка. Гидре очень много, только шторм просто здесь может спасти в таком раскладе. А все, смотрите, ДНС. Ё-моё. Что за днище это было сейчас? Стиль. Три кара делает ДНС, а толку-то ему не отбить гидру здесь ничем вообще. 2-0 в пользу Жулианга, ничто не предвещало беды. У нас ЗВЗ-нчик в финале. Ну ЗВЗ, чтоб ГОФ ВСК без ЗВЗ, это вообще чудо. Ну вот если ДНС сейчас отсюда Джулианку, у ДНС есть шанс, потому что, понимаете, даже К4 карера будет, а 4 сразу не будет, будет только 3. Даже 3 этих карера, они ничего не смогут такой пачке гидре сделать, вот в чем проблема. Мазершип готов, уверчаж можно выставить, ставится уверчаж. Штормовики без энергии, вот она появляться начинает, кидай энергию-то. Пошла, штормы пошли. Архоны сливаются, штормов-то больше было. Я не рано еще хороню ДНС, ребят. Еще есть у него шанс. Благодаря приросту. Сколько у него гейтов? 12, вот, не заметил я. Было 8 гейтов, было бы тяжелее. А с 12-ти гейтов, с таким эко, с такой экономикой, плюс карьер интерсептор постоянно делает, можно отбиться. Грейды 3 атаки по земле, грейды хорошие. Здесь броня только доделась, отбивается. ДНС просто на чудесах. А я уже его на днище пустил. Но это вот это было ни о чем, то, что в центре происходило. Но зарешало эко и 12 гейтов со старгейтами. То есть, прикиньте, суммарный продакшн. 3 старгейта карьера, 4 точнее старгейта карьера. И еще и 12 гейтов. При этом всем грейды есть 3 атаки на землю. На воздух не так много. Здесь базу бы защитить бы не мешало бы ДНС-ки. А чтобы защитить, надо просто позицию нормальную было снизу занять. Он затупил. Ушел наверх, в итоге минус не спокусили вообще. Так, ДНС на майн призма сейчас полетит. Тебе и без шансов сосать, протосня. Здесь еще ДНС не согласен был сдаваться, и правильно. Показалось, что у нее не хватит эко, чтобы отбиться.
Ну, слишком увяз в обороне там Жулянка, и пока он наверх поднялся, ДНС уже юнитов построил очень много, она 89 хп выживает, Лэр. Это печально, что он выживает на таком хп для ДНСа. Да и Шторм вовремя там еще появился в какой-то момент. Попытка опять прессануть от Жульбарса, лимитов 200, ну ничего себе. Эко хорошая у Зерга. Ну ДНС тоже 170-130/100. Микс тяжелый, карьера, мазершип. Можно жить, что называется. Пошла атака, Бейлингов проштормила неплохо. Ядра со всех сторон прессуют. Еще отдаляем. Кончаются интерсепторы, кончаются беллинги, архончики здесь спадают вообще. 129-47, ДНС решил, что надо погнать, сколько ты там гонишься-то? Все, переварпал, нормально. Пятый Нексус вышел опять. Ну здесь 6 баз, между прочим. Вот здесь центральная еще добывается, и сверху все добывается. Но Зерк увяз, на своей гидре он застрял. В чем только лейер хайва нет, хоть бы броню-то второго дела вообще. Так, ну что же, атака поперла. Очередная. Ну здесь уже слишком много карьеров. Ай, сколько их? 4? Почему так? 4 это немного. Но этого достаточно. ДНСу отсиделся вообще. Так, ну что же, ребят, 1-1. Никин, ждет сортов победителя. Ну и я думаю, ДНС получше будет, все-таки не зеркалка будет тогда.
Привет, водички выпил еще. Ну все, к финалу, что называется, во всеоружие подходим. 6 часов, не знаю, 7:30 закончим, видимо, мы стрим этот. Пилон гей даст снег с кибернетчика у ДНСа. Нет, не Нексус. Здесь пул первый, собаки бегут вперед, вынужден зелка первого делать ДНС, чтобы отбить лингов. Решение, думаю, что верное. Вторую заказал, ДНС видел, где заказал. Все в порядке вообще. Привет, Зарабубус. Привет всем, пацаны. Вот. Помните, что Гоф войска у нас играется сейчас. Гоф войска номер 713. Воскресный Гоф войска. Кончится скоро месяц, будет финал месяца сентября, в октябре Гоф войска. Надеюсь, там наши тоже будут. Будет много других турниров. Мастер Колизей, скоро Отварди турики будут. Будут корейские турики. Что будем смотреть? Будем первый Старкрафт смотреть. Ну и... конечно же, радостная новость, то, что все-таки запарился, грейданул проц, мамку, память, винт, кулер, короче, поменял. Только видюха старая, допиталовая, до корпуса, считай, остался. Вот, ну, видюхи достаточно, вполне 780 Ti мне для Старкрафта-то. Короче, 60 FPS, на изичах 6К битрейт. Из игры это очень круто, скоро Рутони чатик поднастроят. Леха Абер скинул еще какую-то тему, чтобы... рестрим не лагал, ни через Good Game делать, настраивать как-то по-другому. Надо будет запариться, чтобы он объяснил мне, что там как. Ну и Рутони чатик поднастроен. Но это на неделю, вот на следующий заморочусь я уже. А пока что смотрим Golf OSK. У нас два матча. Три, одна игра в этом матче и финал остается. Ну, финал был 5, конечно же. Не спеши, игроки не договаривают. Ну, здесь нет, как обычно, корейцы. Вот спешить там очень сильно надо, бывает. На Б3 договариваются, но думаю, сейчас не получится этого сделать им. ДНС уже дистанс майнинг все идет. Ну, кстати, смотрите. Две базы Зерк с Протсом играет сейчас. Пока тут хату эту поставят третью. Только третья пошла сейчас у Джулианга. Хату-то поставил, но... пока она раскачет. Просто, короче, в плюсе здесь. Вот. Ну и помните про падежос, ребята, был сказать, отблоки отключать на премиум, подписывайтесь. Рекламу, хотя редко пилю. Поддерживайте меня и мой канал. За всем за это спасибо громадное. Так, здесь у нас что? Здесь у нас нет, ускачается. Dark Shine Robot, то есть, да, опять же, Dark Архона Харас будет. Сталкера нет, чтобы сбить овера разведывателя. Я думаю, Глефа может ДНС сыграть. Глеф, мне кажется, могли бы зайти. Ну не Глеф, он играет. Спасибо за рамус. Ну, я так посмотрел визуально. Короче, лучше, чем раньше. Я думаю, что кто стримы мои постоянно смотрит, заметно, что улучшение по качеству на самом деле. Вот. Ребят, третий Nexus DNS выходит. Dark Harass, точнее, призма полетела. Dark Shine готов. Сейчас вар будет 4 дарков. И пойдут они все вперед. В дарках пойдут. Сначала в дарках идут, а потом уже, возможно, и в архончиках. Королеву надо подокружить бы сейчас. Хорошо вынесла королеву. Просто обрезала сейчас. Ну, заходи дарками. Что это за ДНСик?
Выпиливает лингов, выпиливает дронов. И не слава таки выпиливается здесь. Загрузился, улетел. Призм продемеджил маленько, но улетел легко достаточно. Да и Мортлы добавляются. Еще и Мортлы, Архона плюс... Плюс сейчас еще чаржик будет, то есть какой-то подпуш будет. А здесь еще ДНС с двумя архонами с делками продолжать подпуш будет. Здесь на третьей копится все там, на халде часть юнитов поставил. Ну, у Жулианга, между прочим, роучи хорошая группка. Правда, по экономике он прям очень сильно отстает. 41-53 с Кротосом, у которого уже третий Нексус есть, но это перебор как-то. Все, тут подрался, немножечко подхарасил. Зилки слились, сразу архонами улетел, и хорошо. Дома сентри нужны, естественно, чтобы встретить то, что у зерга есть, если он пойдет вперед. Пробивает на всякий случай камни ДНС, чтобы к нему быстро Жулианг не пришел. То есть создает здесь стенку на второй, на третий пилоны. Готовится, то есть готовится, если будет прессинг. Вообще ДНС готов по всему, он лидирует в этой игре, это очевидно. Да, ошибки могут быть, вы видели, как в прошлой игре произошло. То есть Жулианг просто распотрошил армию ДНС в центре, но чудом. Вот успели выйти кайреры, пока там пятый Нексус крошил зерк, потом он пятый не добил, пошел наверх, а там кайреры подоспели. Четыре штурмовика накопили энергию на шторм. Было пару архонов, и с даварпом с 12 гейтов ДНС умудрился отколупаться и выиграть в итоге. Но было на грани. Вот, здесь же совершенно другая ситуация. Так, опасный выход, я вам скажу. Вот ДНС сейчас был. Так он, типа, я пошел убивать, а тут уже роучи пачуга такая, что прям не сделать-то что-то тяжело было. Так, харасит роучи, ревежер. Ну, 3 в 3 базы, куда просто лезть-то? Делай грейды, делай мортлов побольше. Архивы темпларов, он, да, там, доделаются, там, через 30 секунд варпануть. Сейчас 900 уже газа будет, там. 3 архона плюс слить можно будет еще. А Жулианг, смотрите-ка. Ну, кстати, тут надо с архонами-то вообще их уже вот сейчас бы варпить скоро. Призма вообще на мейн улетела. Чем она на мейн улетела? Так, заходит Жульбарс и Верс. Жулиан, где филды-то? Хоть один филд. Тут пошел один хотя бы филд. Оверчажи почему-то на дальнем пилоне нет. Энергии-то до хрена выставит оверчаж-то. Так, роучи линги. Часть зашла внутрь. Филды нужны. Архоны падают. Фаерболы новые ставятся. Архончики танчат замечательно, но надо на призму законтраливать, стараться, неужели продавят так же... Слабенько ДНС сейчас контролил, слабенько, ребят, можно было лучше отконтраливать, и тогда, мне кажется, отогнал бы он Жулианга вообще в хлам. Сейчас еще и Морту третий выходит, хотя прирост зерга-то разрозненно выходит, смотрите, а у ДНС-а весь здесь до варпы. И мортлов 3 штуки есть. Нужно ли сзади лететь? Это вопрос пока открытый. Архонов нет. Вот где печаль вообще полная. Здесь хотя бы пару архонов нужно иметь в этом миксе было бы. Просто. Но архонов нет. Зелки, правда, с мортлами нормально здесь навешивают. Еле-еле, но ДНС отбивается. Смотрите, с плюс 1. У Жулианга по нулям. Грейды вообще были. 1500 газа. Где архоны? Где-нибудь их варпить? Надо сливать срочно. Плюс 2 фотонки. Еще архончики поперли. Их сейчас 4 штуки будет. Но пока только 2 зелков нет вообще. Прошел там да, вперед Жулианг немножечко. Мазершип летает здесь. Здесь Мазершип летает. Мазершип жив-здоров. Архоны очень быстро от роуч падают. Очень минус. Они дэмэдж-дилеры очень неплохие, но... они очень быстро погибают от демеджеров и череваджеров. Ну, посмотрите, ДНС ухватает. И опять он на соплях просто в этой игре. Буквально тут... Жесть вообще. Хорошая игра получилась, но в какой-то момент... В какой-то момент мне показалось, что не доконтролил ДНС. Тут, когда вокруг Нексуса там битва была, там и архоны были, и пси-штурмовики, и мортлы. Но ДНС что-то немножечко не доконтролил и развалился. Ну, там очень тяжело с контролем будет.
было. ДНС сортов у нас. Финал будет, соответственно, сейчас. Сопронорус переподписан 16 месяцев. Спасибо, Сопрано. Спасибо всем. Рекламку сейчас попозже пельну. Что за хрень? Почему звук-то такой громкий? Не убрать его вообще. Подставная реклама какая-то. Спасибо всем за отблоки, за поддержос, ребят. Чуть сегодня на премиуме 1000 рублей заработал. Прямо дичь какая-то. В 2 раза больше, чем с рекламы и с поддержоса суммарно. Серьезно, серьезно. Так, прыгаю в игру, ребят.
Так, ну что, Вася.Иванов.70 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: привет, пацаны. Я сейчас пугал, спасибо, Вася Иванов. Финал сортов ДНС, ребят, бой 5, глубоководный риф, первая карта, красный сортов в тени ДНС, так, наверное, до конца и будет, я надеюсь. ДНС на 11 часах сортов на 5, 17 хата Гаспул сортов, ДНС пилон, а нет, ДНС Нексус 1, интересно, в первой игре. Так. Полысел-то я уже до этого уже были залысины, вот насчет похудел, ни хрена не похудел, только потолстел наоборот. Ну а за подержонца всем спасибо большое, конечно же. Ну что, кибернетка пошла у ДНС, Нексус готов. Сейчас начнет качаться вот этот Нексус. Сыграл бы я сам. Ну да, сейчас финал не будем смотреть. Сыграю я сам. Когда-нибудь я сам сыграю, но не сейчас, когда финал. Так, ребят, плюс гейт попер. Так, проход и здесь есть. Еще один пилон ставится. Здесь еще один гейт нужно запилить. Там будет такой лабиринт. Ну не лабиринт, а туннель. Здесь зелки идеально будет блочить от собачек. Аракул, где у нас Аракул? Гейте, где старгейте вообще? А, вот он, я смотрю, смотрю, что-то найти не могу. Ну, сортов висит, я прям он видел, короче, старгейт. Может быть, если был внимательно, даже видел, как Аракул вылетел. Ну, не факт. Вот я, когда сделают, как в первом Старкрафте, единственное, в ремастере, где прикольную тему сделали, почему-то не перенесли туда, вот в эти все продакшены, то, что можно смотреть количество рабочих, боевой лимит, там, потери. Вот, но зато сделали фишку, которой нет в втором Старкрафте. Квадратиком показано, вот таким, как обсерверский. Туда, куда смотрит камера игрока, показано. Вот, и это прикольно. То есть можно видеть, допустим, какой-то момент конкретно смотришь, там игрок юнита потерял, там или что-то произошло, и ты смотришь, заметил он, не заметил, контролил в той части, не контролил, уже можно точно сказать, ага, здесь все, он тупил здесь, он не видел даже, что происходит, как бы, поэтому прогорел здесь, но не прогорел там, где-то там. Так, королева ко второй подходит. 3 года ДНС тут летает, через клип пишут, видится сортов прекрасно, что Оракул летает, смысла нет, здесь не стазис пилить, ничего вообще делать. Лучше Оракул вообще облететь. И от ДНС-а, посмотрите, неожиданный такой выход пошел. На адептов он сделал глефы. А чем ответит сортов? Ну, 28 собак, а вот первые бейны пошли. Вот только сейчас он адептов запалил. Надо иллюзиями заходить сейчас. Так. Ну,
комп на стрим собирал. Ну я как собирал, у меня было строчек типа на проц. Я 100к собирал, как бы вот. Ну там что-то около 20 собралось, как бы в итоге. Вот. Но я в любом случае грейдить собирался, поэтому, ну, как бы это же нужно было сделать. Вот, поэтому, ну, тут, как обещал, так получилось. Ну, столько не получилось прям собрать сразу. Да и последнее время, как бы, да, так вообще тяжело. Надо очень много стримить, чтобы ходу-ходу было, как раньше, как бы, ну, людей поменьше смотрят. Вот, плюс FP не так часто играют, стримы не подряд идут. Зато нужно свободное время иметь самому, как бы, иначе все время стримить, это и минус глаза, и вообще, как бы, ну, а смысл-то в этом. Короче, ладно, не будем сейчас о всяких насущных моментах, будем об игре. ДНС против сортов, у сортов посильнее, я думаю, чем тот же Жулиан, который только что был. Голову колет. Так, интересно, 5 фотонов у ДНС. Смотрите, как он разносит их, еще прикольно. Вот это правильное решение абсолютно, то есть. И пилоны разносят. То есть сюда верчажи выставил, плюс фотонки разрознены. И беллинги не зайдут прям жестко, как бы. Сортов пушить идет. У ДНС до шторма остается 10 секунд. Это очень важный момент. Сколько у него штормовиков вообще? 5. Это все перевернет и решит. Как раз 2 секунды. Все, до шторма. Шторм доделался. Вперед штормовичков. Выводит ДНС мишка. Оверчаж. Вот эти фотонки. Смотрите, как сюда даже заходить желания особого нет. Все, они грамотно так стоят. Расплищены, чтобы сплэша меньше зашло. Ну и в итоге сортов с другой стороны пытается зайти. Тут всего один пилон со стороны. А оверчажи вешает сразу раз-два. Что и делает, соответственно, ДНС-ка. Повесил оверчажи. Один гейт падает, здесь один пилон остается. В рабочих врыв идет на беллингах. Ну, вроде как отбивается, и здесь врыв был. Но везде ДНС отвел неплохо. Гейтов уже 3 штуки, правда, потерял. Ну, главное, что держится. 10 пробок, еще сейчас 6 взорвалось, 16, 2 когти уже с удара беллинги убивают. Кайф шпиль сразу сортов делает, обнаглел своим шпилем. Брудов хочет делать, походу. ДНС, гейты вот здесь открывают, на 4 новенькие появились. Здесь стенку надо как бы установить, на самом деле, иначе тяжело будет. Так, ну что же, хайп шпиль. Так, ну тут какое-то интересное забегание, ребят. Что-то меня как-то в сон неожиданно потянуло. Я так сидел, боролся со сном. Так, беллинги заходят. Архоны плюс фотонки, плюс грамотная стенка.
Нормально, 6 пробок минус, но выдержал в итоге ДНС-оч. Здесь надо еще фотонку прямо вот здесь запилить, и здесь можно, чтобы если забегание будет, ну хоть как-то сдержать его. И ДНС-у надо уже что-то шевелиться, потому что ему там сейчас Грейтер Спайры, вот если сейчас бруды пойдут, то у него нечем ответить вообще. У него есть Старгейт, но у него ни флитбикона, ни хрена нет вообще. Ну все, ДНС уже не, соответственно, дождался брудов. Короче, здесь пробивают все-таки камни. Сорсов заходит на вторую к ДНСу. И, в общем-то, еще время протянул, конечно, он тут ничего не сделает, особого дэмэджа-то и не нанесет в гидре. Хотя не, я вру, 8 рабочих минуснул. Еще и с собаками не убегал, так вообще замечательно было бы. Там у нас 5 брудосов. 127, 118, ДНС идет вперед, что у него за микс. 10 архонов в миксе, 0 сталкеров. То есть, если бруды вылетят, сразу же станут бесполезными архоны практически. Так, фидбэк на королю. Хыч, прихлопнуло ее. В ней столько много было энергии, она шлопнула с таким звуком прямо. Типично. Как колорадский жук, черт. Когда их в солярке подвариваешь. После того, как собрал. Так, ну что, продолжается движуха. Прямо в брудов ДНС срывается. Брудов, конечно, не так уж много. Поэтому архонами умудряется часть из них забрать. Сталкеры б не мешало бы сталкерами покусить бы тоже брудлодов. Приростом суртов, но вышедшим пытается отбиться. И он отбивается. Здесь слишком много собак. Смотрите. Вот реально, блин. На таких соплях здесь все случилось. Чуть бы подольше бы прожили пархоны. Минуснул бы брудов, чтобы там хотя бы не 4, а 2 было. И уже бы дальше бы шел. Но 4 бруда все-таки заспамили в итоге. Заспамили они. Брудлингами все. ДНС пока не сдается, но тут против брудов шансов-то нет практически. Блин, готов. Всего 2 атаки грейды. Еще 3 когтя, ранжовая атака. То есть брудлинги с 3 когтями. Прыгивают активно. Чуть собак забежал, так отдал ДНС мастерски просто. Прям в архон лес в лес. Здесь уже 5-я хата и 6-я хата у суртуфа ставится. ДНС сидит, все, он брудов. Пилик, ищем, ему бруды нужны. То есть у ДНС-а нет возможности выйти в воздух. Суртуф это понимает, потому что там база часть кончилась. У него всего 4 базы. И, ну, естественно, здесь не выйти будет. В брудов просто не выйти. Ну, точнее, в темпестов не выйти. Максимум пару грелок бы построить мог бы, а тут хватит грелки. Тут королевы, они бесполезны здесь. Грудлинги, смотрите, играют какие-то со скином, блин, да? Хитрецкие. Ну да, потому что бруды вон такие. На кого тут грудлинги похожи в этих брудах? На самого бруда такой, знаете, типа. Маленький брудлордик такой, типа. Пошли штормы, трансюзов много там у Сортофа. ДНС отштормил, нет, он все грамотно делает для такой ситуации. Пытается, ну. Тут даже если бы ДНС 200 было землей, уже 12 брудов. Уже землей это практически нереально все отбивать, к сожалению, вообще. Просто заспамил грудлингами и говнищем земляным зерговским.
Ну что, ребят, Суртов 1-0. Во 5. Мех депо карта. Ну, не факт, что в следующий раз не будет готов Брудам у нас ДНС. Ну, Суртов макро игрок. Очень неплохо он отыграл. Уверенно достаточно. Вы сами все видели. Блять, опять это Lenovo, блин. Из которого звук вырывается просто. Пилонгейт Гаснекс Кибернет. Карта мех депо, я уже, наверное, сказал. Пилонгейт Гаснекс Кибернеточка у ДНС. Суртов строят 17-ю хату Гаспул. ДНС это все уже есть, все он видит тайвинг пулов и каста. Прошу прощения. Вот. Он видит, что пула еще нет. То есть понимает, когда ему что ожидать. А, нет, видите, пул есть уже. Просто ДНС не видел, и я не видел с этим. Пул есть уже давно, он строится, как бы. Ну, ДНС понял, что здесь не пул первый. В общем-то, самое главное, что ему нужно было. 3-я хата до готовности пула после 17-й гаспул. Ну, это халявный билд, в общем-то, как ДНС будет реагировать. Ну, третью будет брать пораньше, либо, может, какой-то, я не знаю. Ну, прокси уже старгейтов невидимый, ничего, может, старгейт с мейна какой-нибудь будет вообще. Оп, телепорт от адепта происходит. Отменяет пилон ДНС, нафиг он ему не нужен, маза шипкор сюда не летел. Суртов собачками уходит, ничего не отдает вообще. И правильно делает. Проц поставил, раком поставил проц и всех. Не ставил, но грейданул, да, комп. Все это сделал не я, как бы, но... Все ок, короче. Так, криптумор вперед, криптумор мейн соединяется, второй криптумор. Вторую с третьей, а третью уже вперед, что три криптумора уже активных на карте. Это хорошо для Суртов, а тем временем ДНС. Тем временем ДНС пилит Оракула. И три гейта у него суммарно будет сейчас. Старгейт в три гейта, то бишь и выход в третий нет, тут он уже ставит. Причем ДНС прекрасно понимал, какой билд у оппонента, и действовал по ситуации, то есть, в плане Нексуса, то есть он видит, что... Хотя собаки-то могли бы уже быть, да, у Суртов вот здесь. Ну, ДНС понимает, что если Суртов отпустить, такой ранний третий, и третий запаздывать, будешь отставать, плюс зачем это надо. Второй оракул прилетел, плюс адепт 5 штук здесь есть. То есть два оракула адепт сейчас можно понапрягать, еще и феникс заказывается. Таргете. Иллюзии будут заходить. Да, конечно же, они будут заходить, но куда? А, просто на муви заходят у нас ДНС. Пару криптуморов вынес здесь ДНС. Ну а толку королев, смотрите, сразу дальше ставят. Оракулы прикрывают от лингов. Адептиков. Адепты в итоге сваливают. Но по рабам очень близко. И Нексус третий уже готов. Крипс уж минуснул с ДНС Суртов. Здесь вообще ничего не дало.
Да я сортов еще дальше крипнул и поставил, пока они не спали. Здесь не спадет в итоге. Так, скинов сейчас очень много всяких. Вот у ДНС скинов нет, насколько я вижу. Так, опять ДНС начинает нажаривать здесь сортов активно оракулами. Теряет одного оракула успешно. Так, я не могу не зевать. Я сегодня 4,5 часа поспал. Ну и после Старлиги финала, кстати, сегодня был уже Старлиги финал, во-первых, Статс против Дарк, смотрите, не пожалеете. Во-вторых, сегодня был АСЛ РО-16, то есть 16 топовых игроков первой Старкрафт играли, Флэш в том числе, тоже я стримил, запись на ГГ-плеере. Ну и сейчас Go for SK, это на вот этого турнира запись будет на ютубчик выложена, естественно. Вот, те уже в группе ВКонтакте есть записи, и на главной странице Good Game, поэтому не пропустите, смотрите. Так, 4 гита у ДНСК здесь, 4 здесь, 8. 4 Нексус, ребят. 2 фотонки на 4 Нексусе. Призма и адептами работают в тылу. У оппонентства, у суртов тут гидры уже пачкают. Ой, будь здоров вообще. Так, 174-137, королевы где-то загулялись, крип уже почти у Фрутса здесь, поэтому подтягивает сортов все сюда. Гидралов 20, не так много здесь, не все из них, еще 5 где-то вообще заблудились. Зато Беллингалингов достаточно много. ДНС сам вылезает немножечко вперед, королев филдами минусует. Сзади линги заходят очень неплохо. Филды неплохие пошли. Нужны штормы. Бэнов штормы вошли, но... Что-то много гидры выжило, по-моему, слишком у сортов здесь. А у ДНС ни хрена не выжило. Только у 2 иммортла прирост и зелки выходят. Понимаете, как бы в чем минус? В том, что... А, и призма здесь ничего особо сделать не может. Минус очень большой заключается ДНС в чем? В том, что у Зерга крип под его базой, здесь даже королевы могут помогать, прирост со скоростью света сюда подходит и будет давить сортов, очень будет он активно давить. Вот он все штормовичков варпанул ДНС, но у них-то 50 энергии изначально, пока 75 накопят, вот еще 10 секунд. Хотя, нет, что-то тут сортов пока вперед не идет, тут есть шанс, 5 уже осталось, хорош. 4 шторма будет. Это очень хорошо для ДНС. 150 на 180 по лимиту. Опять заказ пошел. Опять из двух сторон забегание. Надо заштормить вообще качественно. Чтоб сработало все. Сзади собаки врываются. Прямо в штормовиков. Штормит переднюю гидру здесь ДНС. Очень неплохо. Сзади гидра. Зато никто ее не трогал. И суртов в итоге разбирает в очередной раз. И в этот раз... Для ДНС уже непоправимо он разбирает, потому что приростом здесь уже не отделаешь, так как стационарная оборона упала, уверчажа нет, и просто прирост не успеет здесь скопиться, аркончиков нет, зелков, конечно, варп идет, но это все, это конец, это 2-0 в пользу суртопа, ГГНчик ДНС пишет вообще.
Кто-то там что-то мигает. Так, ребят, карта может последней стать, вот это 2-0, идет 2-0, Суртуф, Пувюр. Если Адриана Челентана, Адриана Денисяна сейчас не начнет тащить, а ДНС Адриана зовут, фамилию уж не помню, то тогда беда его ждет. Почему? Потому что 0-3 и все. 100 евро сортуху. Хорош. Ну, а ДНС у поинта для финала месяца, как бы. Но еще не вечер. ДНС неплохой игрок, и может он потащить. Но во-первых, сортов прям... Вот он масится, вовремя атакует, позицию грамотную занимает. Сортов всегда был опасным игроком. Всегда. Но! Вот это, опять же, есть игроки, которые, как бы... они... Могут сливаться, как-то играть плохо, но иногда прямо заоблачно начинают играть. Да, Суртов же другого типа игрок, который в среднем стабилен всегда, примерно, то есть. Но и выше головы не прыгнет. У меня такое в нем ощущение всегда складывалось. Сейчас он просто на очень высоком уровне играет вообще. Так, нет, Суртов, он хороший игрок, но я от ДНС ожидал большего. Мне казалось, что ДНС здесь фаворит, а не Суртов. А оказалось все совсем наоборот, ребята. Оказалось совсем все наоборот. Вот пытается ДНС, ничего себе, ребят, это у ДНС поплыл ДНС, это называется. Поплыл, братюня. Это чаржа улын уже, ребята, это чаржа улын. Причем, я думаю, сейчас ДНС снимет уже с газа рабочих. Или это чаржа урон с арпунами, не знаю. Фейковый газ попер, смотрите, под овера, красавчик. Гиты нужны еще новые. А, нет, Даркшайн, погодите. Чаж... А, нет, это не то, о чем. Я подумал, что это 7-8 гейтов, зилки просто. С газа рабочий снимается. Нет, это не зилки 7-8 гейтов, это, соответственно, и зилки с чажем, и архона харас потом. Ну, смысл только именно чаж до всего делать. Я хз даже. По нашему Андрюха. Ну, Андриана, да, он не Андрюх, он дрон просто, пусть будет. Ну, тогда ему надо было бы играть зергом. Так, зилики летят. Сейчас еще до варп 4 зилков будет вообще. Так, Зила, ты заходи, 26 лингов, там 5 королев, зилков 8 штук, ну... Не, ну неплохо, Зила, ты бьют, ты спора нет, но...
неплохо и успешно, это разные вещи. Здесь провести атаку. 4 дарка поперло, куда они пойдут? На вторую сейчас сместятся. Здесь королев уже пачка целая, смысла нет вообще. Привет всем, кто недавно пришел, ребят. Добрый вечер, но этот вечер вместе со мной очень скоро мы уже закончим. Почему? Потому что кончается гуф войска, и все, более у нас тут ничего нету сегодня. Ну, да и я подустал. Потому что я стримил с 8 утра до 10:30, потом поспал с 11 до часа примерно. И сейчас вот стримим мы первый StarCraft и гоу ФСК. То есть сколько это уже? Что-то я забыл. То есть это 6 часов, что ли, или сколько? Ну да. Я вернулся, чтобы служить. Это 6 часов почти сейчас, да? То есть, ну, 8 с лишним часов сегодня стрима было. Я думаю, достаточно в сутки, как рабочий день. Конечно, бывает и 15-часовые рекордные, которые скоро будут, кстати говоря, ребята, что осень – это пора турниров, масс-турниров. А у нас будет, соответственно, что у нас будет? Веск очень скоро отборочные будет. Будет у нас Близкон очень скоро. Много чего будет интересного. Так, Архон поля тут набирает сейчас. Полными они станут. Еще 4 дарка. Пуш пошел, смотрите. Иммортал Зелки плюс Арханесса. Суртов сам вперед выдвигается. Суртов... Конечно, он скрыто выдвигается, но ДНС сам к нему идет. И сейчас размен получится интересный. С одной стороны на руку это Процу, с другой стороны... Зергу, точнее. С другой стороны, Проц может грамотнее подраться и просто скопить кулак и идти дальше убивать. А здесь Зерк может увязнуть Проц с обороной, здесь уверчажа, армия не там. Поэтому-то, собственно говоря, Суртов отступает, понимая всю опасность того, что Проц к нему первым пришел. И, кстати, лимит-то у ДНС прям замечательный такой. Я чувствую, в этой карте может произойти там бенчик какой-нибудь. За оббегание беллингов сколько пробов? 15 уничтожено, все здесь, что ли? Не знаю, здесь ли все или не все, но много рабочих погибло. Дарки прорываются, гидрачут на муви хоть. Архона 4 плюс дилы плюс МЭ. Минус сортов, ребят, 2-1 ДНС. Все-таки не конец здесь у нас матча этого. Но то, что 2-1, я уже на 90% уверен. У Архонов там юнитов убито по 15, 17, 19. Перекапывается спорка. Ядра падает. Просто жесть, потери. 84-900. Не вовремя Суртов ушел. Если бы дома сидел, бы проще было подраться, ребят. Ждем четвертую карту. Интрижечка появилась. Гляди, сейчас ДНС так и закомбэчит. Хожу.
Фуф. Ну что, ребята, четвертая карта, ВО 5, ДНС 1, Sword of 2, по счету. Отвлекся, посмотрел, что там у нас будет завтра. По секундочку. Ни хрена не нашел особо. Вот. Так, что там, медведи, видишь, 30 четверга по понедельник, там что? Так, а завтра у нас, кстати, что у нас? О. Завтра в 10 утра какой-то непонятный турнир, который в Туркменистане будет или где. Азиатские вообще боевых искусств какая-то тема там. Вот. О, сентябрьские финалы Алима Лиги во вторник. В понедельник что-то ни хрена я не вижу вообще. Короче, разберемся, что там будет понять. Может, парни что-нибудь там анонсируют, может, еще кто-нибудь что-нибудь анонсирует. Вот, пока что как-то, ну, как-то так себе ситуация. Завтра с туриками. Вот, а тем временем у нас Nexus 1 был от ТНС на карте Одиссея. Вот, Суртов играл. 17-ю хату Газпул, 17-ю хату Газпул. И выход в третью хату через одну королеву, при этом всем сверх-сверх ранний роуч ворон на мэне, то есть это очевидно роуч и линга агрессия сверхранняя от Суртофа. Три роучи заказ, уже даже роучи ревеж, нет, 6 роучи, линги. А, Суртов уже подобным образом с кем-то играл, мы видели, не с ДНСом ли в какой-то там эскарт. Адепт будет залетать или не будет? Нет, не будет залетать адепт. Слава Деламу! Перворожденные выстоят! Еще 16 лингов, глефы, так, мазеркора нет, вот это очень плохо, то, что у ДНСа нет мазеркора, потому что как роучи придут, просто, понимаете, адепты их не втанчат, во-первых, ДПСа особого нет, даже глефы не доделают, сейчас тем более Даркша не успеет доделаться, очень похоже на 3-1 в пользу Суртуфа. Ну, не факт, что ДНС не отобьется, но, по-моему, здесь уже чашка очень отбиться пропускает внутрь. ГГ, пишем, выходим. Ребята, пропустить внутрь ни в коем случае нельзя было всех этих юнитов. Собаки, сталкера дожимать, здесь уже есть реведжер один. Да, да. Все-таки закончил игру здесь Суртов.
досрочно, так сказать, до пятой карты. Но опасно было, как 2-0 повел, конечно, доводить до 2-2. Тогда можно минус мораль сбавить нефиговую. ГГ пишет, ДНС и левая отрезка. Юрец справедлив, как обычно, ворвался, как бог молодой. Короче, ребят, сейчас я вернусь ненадолго к вам, еще ждите стоп-старт, через 2 минуты конец. Победитель сортов у нас сегодня.